настоящее время ростовский кремлевский ансамбль делится на три функциональные зоны. Собственно, архиерейский двор, примыкающую к нему с севера Соборную площадь и с юга Митрополичий сад. Гулять по этому месту одно удовольствие. Это, дорогие друзья, архиерейский огород. Еще много веков назад здесь выращивались экологически чистые продукты и подавались на стол митрополита. Воссоздание архиерейского огорода началось год назад. Его посетители могут ознакомиться с историей и традициями огородничества 17-18 веков. Здесь выращивают не только традиционный лук, редис, репу, свеклу и чеснок, но и травы, считавшиеся в далекие времена экзотическими. Работы по реконструкции всего митрополичьего сада и обустройству огорода будут продолжены, а рядом уже вычищен пруд. В митрополичьем саду Ростовского Кремля есть такое интересное занятие, как ловля карпов. И сейчас Игорь Евгеньевич, видимо, смотритель этого пруда с карпами, мне поможет поймать парочку, наверное, да? Ну, если начнем? Вам повезет. Если нам повезет. Да, карп у нас в этом году впервые запущен в пруд. Здесь, в принципе, есть карась небольшой, грамм 200-300 такой, да? Ага. Ну, карп – это рыба серьезная. Внимание! И раз, ждем. Мотай. Ура! Ура! Ну вот, этого красавца я поймала сама. Это все вам? Целуем, отпускаем. Целуем и отпускаем. Вот такое удовольствие можно получить на рыбалке. Довольные возвращаемся с рыбалки, хоть без улова, но зато с большим удовольствием возвращаемся с Настей хозяевам.